Всем привет! Сегодня, а именно 26 октября, ритму загробной жизни исполнилось год. И ради такого события я расскажу, что выйдет на этот удивительный сезон. Погнали! Самое логичное – это обычная и редкая клававера. Вот ее комбинация. Остров кости примет очень красивый облик. Я очень люблю атмосферу ритма загробной жизни, такая загадочная. По предсказаниям многих игроков есть очень большой шанс, что следующим редким магическим будет Циакула, но я ее долго ожидаю. Интересно, какая она будет. И в скором времени должны выйти новые украшения. В одной из акций скелетыквы и клавоверы нам слили новые украшения. И вообще тема украшений довольно интересная. А еще должны выйти костюмы на монстров. Очень интересные концепты. Ну и еще отравился вот такой концепт скинов на дипстеров. Самое ожидаемое — это эпическая клававера. Все ее изображают красного цвета. Она будет потому, что каждый сезон выходит обычный редкий, а потом эпический. А будет ли клававера левдов? Но как я думаю, нет. Потому что вдов нет магических монстров, а еще там нет других сезонников, чтобы скелетыкву можно было с кем-то скрещивать, поэтому клававера бейбик отменяется. А еще, как я видел, возможно, нам добавят скины на гигаглаз. Вот посмотрите на них: первый призрак Такль, второй фестиваль Ура, третий сезон Любви, четвертый Феррерия яиц, и пятая — это летняя песенка. Сезон, как по мне, начнется ближе к ноябрю. И как раз выйдет взрослый Кликси. А вот насчет редкого Вублина не знаю, он вряд ли выйдет в начале ноября. Так же, как и редкая Канделявра. Все разобрали. Сезон должен быть отличным. Спасибо за просмотр и всем пока.